Валидаторы для оплаты проезда и соблюдения правил в общественном транспорте. В округе на постоянной основе сотрудники административно-пассажирской инспекции осуществляют контроль соблюдения дисциплины в автобусах и маршрутках. На этот раз рейд прошел на остановочных пунктах городского наземного автотранспорта вблизи железнодорожной станции Сколково. На предмет выявления нарушителей по части 1 статьи 8.1 КАП Московской области, это безбилетный проезд. Также происходит информирование граждан, что оплата в автобусах общественного транспорта осуществляется безналичным расчетом. В июне этого года принят закон, согласно которому оплатить проезд в общественном транспорте возможно только безналичным способом. Если пассажиры оплатили поездку наличными или переводом на банковскую карту водителю, это считается нарушением. При этом с начала года на территории Одинцовского округа выписали 984 постановления за безбилетный проезд. Помимо подобных рейдов, в межсезонье также проводятся проверки по наличию и работе кондиционеров летом, а в зимний период системы отопления. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».